Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. Сегодня у нас рисование для малышей. Рисуем? Рисуем и изучаем. А что изучаем? Геометрические фигуры, а рисуем мы мышку. Здорово. А рисуем мы акварельной краской Лео, как я. Очень сочные, яркие цвета. Да. Берем кисточку, ребят, и рисуем малиновым цветом. Берем малиновый цвет? Да, мочим кисточку, чтобы она была мокрая. Берем малиновый цвет, или красный, или любой другой. И рисуем треугольник. Вот тут посерединке нарисуем треугольник. Раз, два, три. Смотри, как он выглядит. У него три угла. Давай считать. Один, два, три. И он похож на пирамиду. Закрашиваем его весь розовым цветом или тем, который ты взял. Это мышка называется? Ну, это получается голова мышки. Она треугольная, и мы сейчас изучаем фигуры. Какие ты фигуры еще, Лео, знаешь? Я знаю круг. Круг, хорошая фигура. Он похож на солнце. Да. Или на тарелку. Или на тарелку. Смываем кисточку, ребята, и рисуем сейчас круги. Берем зеленый цвет. Зеленый, сочный, яркий, красивый цвет. И нарисуем два круга. Один круг здесь. Это же уши. Да, ребят, это уши. И второй круг вот здесь. Нарисовали? Нарисовали. А теперь закрашиваем все этой зеленой краской. Получается у нас два уха получилось здоровских, ярких. Нарисовали. Изучили два круга, один треугольник. И получается мышка. Пока еще не очень получается, но уже мы нарисовали голову треугольную. Два круга. Теперь осталось тело нарисовать. Какого цвета тело? Давай синего, мы его еще не использовали. Лево, хорошая идея нарисовать синим. Берем синий цвет. Макаем кисточку, обязательно перед этим смываем и рисуем большой круг. Вот так, раз. Он как бы наезжает на нашу голову нашей мышки, да? А после этого закрашиваем его синим цветом. Получается очень ярко, сочно и как я люблю, получается мышка. Ого, мышка получается. Давай нарисуем ей глазки, там, хвостик. Точно, ребят, смываем кисточку, чтобы она была чистенькая. И берем черный цвет. И теперь черным цветом мы нарисуем все, что оставшееся нам осталось нарисовать для мышки. У мышки есть лапки, и мы нарисуем лапки. Одна лапка, вторая лапка. Как бы можно сказать, ручки. А еще ножки нарисуем. Ножки тоже рисуем так, вниз. Ручка, ножка, ножка. И ступни нарисуем. А теперь нарисуем пальчики. Один, два, три, четыре на лапках. Раз, два, три, четыре на лапках. И хвостик. И хвостик опять берем черного цвета и рисуем хвостик. Вот так он закручивается. А теперь нарисуем же глазки. Глазки и носик мы рисуем черной краской тоже. Одна точечка, вторая точечка, третья точечка. И вот наша мышка готова. Смываем кисточку. Когда урок закончен, кладем, чтобы она высохла. Ребята, приходите к нам и рисуйте с нами. Лео рисует легко найти. На ютубе и в инстаграме мы рисуем для малышей и ребят постарше. Если ты ходишь в школу, то обязательно найди какой-нибудь классный пейзаж, когда ты сможешь его вместе с нами нарисовать. Мы все объясняем и поясняем. И рисуем без перемоток. Да, это так и есть. Ребята, хорошего настроения и пока-пока.